Добрый день, Наталья, спасибо. У меня без презентации, у меня такой интерактивная небольшая игра, Отлично. такой дискуссия, чтобы вот, может быть, наши гости, абитуриенты, как бы, ну, мы немного чувствовали себя, наверное, менее академично, потому что если вы поступите к нам на программу и вообще в ЕГУ, у вас будет много академичного и такого, может быть, строгого. Поэтому, чтобы вас сразу не пугать, а немножко, может быть, обмануть, я бы хотел предложить, если позволите, вот такую дискуссию на важную тему, про которую мало говорим, но я как политолог всегда мне это интересует, тема вот основы политической грамотности. Я знаю, что у нас есть коллеги, друзья из других стран, да, не из Беларуси, поэтому я вот говорю на русском. Вот. Ну, мы работаем на всяких разных языках, я на белорусском преподаю, поэтому вот, как бы, ну, сегодня я выступаю на русском, чтобы мы все хорошо понимали, и наши гости из России, там, из других стран. Я вот политолог, меня Наталья уже как бы представила. Я уже много лет работаю на этой программе, наверное, у истоков стою программы политологические, я имею в виду и на бакалавриате, и на магистратуре. И мне вот всегда интересно работать и со студентами, и с абитуриентами. И мы всегда начинаем с таких игр, ассоциативных игр, ассоциаций, игры в ассоциации, потому что они как раз раскрывают вот этот один из таких важных моментов, в котором мы работаем как политологи. Мы стараемся разбить стереотипы, правда, потому что много стереотипов, таких негативных образов покрывают понятие политика, правда, сразу много каких-то таких всплывают. И поэтому мы, когда играемся с абитуриентами, студентами, мы видим, что это, конечно, наверное, в какой-то степени остается стереотипность, но именно одна из целей как бы политической такой грамотности, это именно как бы борьба с этими стереотипами. Поэтому, если позволите, я хотел бы вас просто спросить, прошу не бояться, в смысле, мы тут не оцениваем, правда, мы еще оценок не ставим. Какие вот образы у вас всплывают, когда вы слышите слово, понятие политика? Вы можете написать в чате или сказать, кто желает. Вы не бойтесь, это могут быть всякие образы. Мне просто интересно, потому что мы потом с этим будем играться дальше. Какие вот образы всплывают у вас, когда вы слышите слово политика? Есть ли какие-то образы, ассоциации? Вы можете прямо писать в чат, это могут быть Да. абсолютно любые ассоциации, которые у вас возникают. Я правильно, да, понимаю? Вот, Да, нет, да, неправильно. Я могу все правильно, начать, да. если это Да, как-то пожалуйста, Наталья, поможет. можешь. Я не политолог и вообще не очень, да. Ну вот, у нас уже написала, нам пишет Анастасия, это глупые политические передачи на ТВ. Но я могу, пишет коммуникация, отлично. Моя ассоциация, это, если честно, политика, это грязное дело. Ну, как-то Вот, так. спасибо. Да, вот такой очень частый образ, такой стереотип Да. существует. Угу. Вот видите, Пишите хороший. еще смело. Ну да, коммуникация, видите, тоже да, написали. Это важно, Далее. политическая коммуникация, у нас целые спецкурсы есть, это очень важно, именно вот декларации, также, Да. правда, во всех, тут как бы декларация, даже понятие такое, правда, под разными соусами можно воспринимать, и декларация, вот про то, что говорила коллега Людмила, декларация прав человека, ну и всякие политические декларации, даже в негативном каком-то смысле, правда, декларации, вот много деклараций, много слов, а где действия? То есть вот, и мне вот первый очень также ассоциацию глупые политические передачи на телевидении. Так, спасибо за этот образ. Он правда всплывает очень часто. И вот интрига, Интриги и обман. обман. Вот это продолжение вот как раз вашего образа, Наталья. Да. Грязное дело, конкуренция, вот также сторон. Да. Анастасия вот еще написала, что политика — это конкурентная среда, где оставятся права разных сторон и граждан. Да, вот у Валентины также интересный образ, я вижу там. Местное уже самоуправление пошло. Вот видите, какое разнообразная палитра вот таких образов, понятий. И мы видим все равно, что присутствуют негативные какие-то стереотипные понятия. И это естественно, потому что мы с разных вот, как бы, культур, исторических каких-то, это, конечно, определяет наши образы. Потому что когда я работаю со студентами в Литве, или с французскими студентами, с бельгийскими, у них совершенно другие образы. И это показывает также, что влияние в разных странах, демократии, не демократии, как бы детерминируют, влияют на вот эти наши образы. Но, к сожалению, негативные также присутствуют и среди абитуриентов, студентов во Франции, Бельгии, в Литве, в Беларуси. Это как бы тут одинаковое такое вот совпадение. И поэтому очень важно, и мы когда работаем, мы, конечно, как политологи объясняем, почему так. И вот
один из таких как бы центральных понятий основы политической такой грамотности, понятие, да, вот хочется да, больше позитивных образов, и они как раз есть, эти позитивные образы, мы на политологии, я как преподаватель политологии, с этим работаю, мы, во-первых, мы разбиваем стереотипы негативные, которые существуют, и превращаем их в позитивные, переводим их в позитивные. С другой стороны, коллеги, я как политолог, преподаватель, мне всегда важно, это даже это такое настоящее мое желание, показать, это не обман, а показать, насколько политология интересная и занимательная наука. Она может быть очень веселая, мы много смеемся, поверьте. У нас многие темы интересные, как политическая культура, где мы много смеемся, спорим, дискутируем, и студенты часто удивляются, что оказывается политология, она может быть занимательной. Мы даже последний год думаем про то, чтобы вот написать такое пособие «Занимательная политология», чтобы как бы привлечь, потому что показать такие стороны разные, такие разнообразные этой науки, которую неоправданно как бы вот образ такой, часто так же, как с политикой, правда, образ негативный с политики переходит и на политологию. Но опять же, конечно, политика как, может быть всякой, как любое другое явление, но вот наши критичные такие подходы, я думаю, будут разбивать вот эти стереотипы. И один, я потому, коллеги, мы как бы из лекции, как бы презентации про политическую грамотность мы сегодня не будем вас мучить, но я хотел бы остановиться на вот таких двух таких основных принципах политической грамотности. И этот вам поможет частично, я уверен, вот уже как бы начать избавляться от негативных таких вот каких-то стереотипов. И, как мы говорим часто, амальгам, знаете, когда такое, очень такое намешанное объяснение какого-то явления политического, негативного. И поэтому такие принципы, основные принципы любого политического грамотности, это, во-первых, информированность. Что я имею в виду? Конечно, мы все, как бы, мы можем сказать, что мы информированы, вот можем посмотреть какой-то канал, официальный или независимый, но этого для политолога особенно. Я, в принципе, говорю про политическую образованность, грамотность. Для политолога это особенно важно, но это важно для всех граждан, в принципе. Даже в Беларуси, в России, насколько я знаю, понятие политическая грамотность редко как бы циркулирует. Скорее, это понятие заменяет такое понятие, как гражданская грамотность. Наряду с понятиями, правда, вот политическая грамотность, вот коллега сразу Людмила выступала и говорила, как это важно также. Там языковая грамотность, правда, мы должны писать красиво, без ошибок. И я думаю, вы все это знаете, такое ощущение, когда мы пишем письмо официально, мы его перечитываем, чтобы не было ошибок, чтобы не было каких-то вот моментов. А если мы пишем, там, не знаю, преподавателю русского, белорусского языка, то мы, наверное, 20 раз перепроверим, потому что как же филолог, она может там, заметить ошибку и нас считать какими-то неграмотными. То же самое, в принципе, в политической сфере. Это также существует. И это часто ловит, я могу как вот политолог и сказать вам, что не только люди вне политологии, политологи делают ошибки и допускают вещи ужасные. Я даже могу вот как вскрикнуть, смотрю новости, и кто-нибудь, знаете, так говорит свободно, негативно там, про либеральный, там, про либерализм, или говорит, например, там сразу как-то негативно, знаете, путают понятия политологи, авторитаризм и тоталитаризм. Это самая такая типичная ошибка. Вот в Узбекистане тоталитаризм. Нет, тоталитаризм это совершенно авторитаризм, но не тоталитаризм. И многие политические даже комментаторы, аналитики, это самая такая типичная ошибка. И поэтому, да, спасибо за комментарии, я постепенно так же пробегаю, прочитываю их, может, не смогу всегда так реагировать сразу, потому что у меня как бы центральное такое послание, линия моя, как бы поделиться вот этими принципами политической грамотности. И поэтому это самая типичная ошибка, вот журналисты недавно читали, опять говорят, вот, в Казахстане тоталитаризм. Нет, тоталитаризм это вот что-то, правда, это крайняя форма какая там авторитаризма, когда вот все запрещено, это там тоталитаризм, можно сказать, про Северную Корею или про Сталинский Советский Союз, все остальные, все-таки Узбекистан современный, это авторитаризм. Чтобы мы принципиально не путали, эту такую ошибку делают многие. И так далее. Мы можем продолжать делать эту ошибку, такие какие-то вещи анализировать. Или, например, коллеги, вы часто, я думаю, видите, я часто подслушиваю разговоры, знаете, в поезде, в дороге, я не хочу подслушивать, но получается, что я слушаю разговоры
разных людей. Мне всегда интересно, как молодое поколение легко использует понятие либеральный. Мне для политолога либерализм это, конечно, какая-то политическая идеология, но я слышу такие вещи, как мои родители либеральные, там, мой друг либерал. Мне всегда хочется, конечно, вмешаться в разговор и попросить объяснений, но я не могу этого сделать, правда, вмешаться в разговор чужого человека. Но я понимаю, потом объясняют, когда молодые, что либеральные родители, и потом девушка объяснила, почему они либеральные, потому что, например, пускают ее поздно гулять, там, до 12, там, клубы ходить, понимаете? То есть тут понятие либеральное, политологическое немного меняется, но при этом имеет какую-то связь с понятием либерализм. И мы также с этим совсем очень много играемся. Это также интересно. Или, например, почему в Беларуси спрашиваю ассоциации про феминизм, то они, скорее всего, негативны, а во Франции или в Бельгии они всегда позитивны. Вот есть также такое отличие, принципиально. В Литве уже как бы 50-50. Часть скажут негативно что-то, часть позитивно. А в Беларуси большинство ассоциаций с феминизмом, мы даже можем поиграться, вы можете в чате написать свои ассоциации со словом феминизм. Какие вот ассоциации возникают? Для меня, для политолога, это все-таки такая идеология, есть политический феминизм, это одна из идеологий, такая мега-идеология, как мы называем. Да, вот, спасибо, равенство, свобода, ну, вот, я пока вижу хорошие, позитивные образы, я рад. Вот видите, молодое поколение, наверное, будет уже менять ситуацию и разбивать вот стереотипы, которые существовали в обществе. Вот, видите, пока все такие перечисленные ассоциации, они скорее позитивны. Я рад, что молодое поколение меняет этот образ, который, да, вот равные права, равноправие. Вот, и это на самом деле и закодировано в феминизме. Равные свободы – это не что-то одностороннее, как часто при старшее поколение белорусов, скорее так это воспринимают. Это касается только женщин и так далее, и так далее. Поэтому мы можем так дальше, коллеги, играться. Первый принцип, я сказал, политической грамотности, информированность. Это означает, что политически грамотный человек и активный политически, он всегда должен читать новости с 3, 4, 5 и больше источников. Одного источника это всегда мало. Естественно, вы, наверное, день начинаете, вы там в социальных сетях, молодое поколение работает, живет. И вы новости, наверное, читаете даже просто в социальных сетях, в ленте так называемой, или как там это еще по-другому называется. Я уже поколение все-таки другого. Я, может, порой не совсем точно называю вещи, которые существуют в социальных сетях. Но старшее поколение все-таки там новости читают в каких-то информационных порталах. Я думаю, ваши родители, бабушки, дедушки даже, может, порой газеты на бумаге выписывают. Для вас это, наверное, удивление. Но вот тоже такой разрыв есть. То есть с разных источников новости читают. Но для политолога особенно важно, и особенно для человека, который считает себя политически грамотным, важно читать источники 3, 4, 5 разных источников и на разных языках. Например, вот события в Украине, там войска России около украинской границы. Мы должны читать, в принципе, как политологи, украинские новости, российские новости и зарубежные, на разных языках. И пробиваться через все вот эту информацию и искать, где же какая-то правда. И даже то, что мы прочитаем на 5-6 языках разных, на разных источниках, это не будет означать для политолога, что это у нас правдивая информация. Нет. Но это уже будет лучше, ближе к правдивой информации, чем если бы мы читали просто один какой-то, не знаю, один источник. Там. Тутбай, Советская Беларусь, Звезда, Новый Час. Этого мало, надо читать комплекс. Это вот, поэтому вот этот важный принцип информированности, это не просто знать про что-то, но и знать критично, читать больше каких-то разных, с разных сторон рассматривать любое явление. Второй момент, критерий, который, в принципе, проистекает из первого, это вот критическое прочитание, критическое мышление вообще любых новостей, даже ваших любимых каналов, которым вы верите. Журналистам, которым вы верите и любите, но они также люди, у них могут быть какие-то позиции свои, правда, идеологические в том числе. Поэтому вы читаете их, но вы читаете и других, разные, и среди этого пробиваетесь опять, то есть информированность одно, но надо также, конечно, уметь критично читать. Мы учимся в нашем университете вообще, но и на политологии в частности.
И мой такой совет небольшой, чтобы как это научить перейти быстрее к этому критическому прочитанию мышления, это, наверное, просто запретить себе оценочность. Мы, политологи, не можем оценочно себе позволить, например, там, хорошо-плохо, плюс-минус. Мы не можем сказать, что явление какое любое политическое – это плюс или минус. Мы не можем даже писать так. Мы можем говорить, что там, это может быть там, влияние какое-то ну, там, разнообразное, разностороннее, с учетом разных там, позиций или одностороннее. Но мы не можем сказать плохо или хорошо, потому что это будет уже какая-то позиция ваша личная. В политологии, в принципе, понятий нет у нас таких, я сказал бы, они скорее все понятия, в принципе, и политика, и феминизм, и либерализм, про которые мы говорили, они, в принципе, в науке, в политологии понятия нейтральны. Но в разных контекстах социально-культурных, исторических, конечно, они приобретают окраску, правда, и негативное что-то. Например, мы из постсоветского пространства, под влиянием вот, там, доминирования коммунистической идеологии, мы теперь понятие идеология очень воспринимаем негативно. Вот, можно вот ваши ассоциации, если вы слышите слово идеология, что у вас, какие ассоциации? Коллеги, можно вот напишите в чате, если можно, идеология, что вот сразу всплывает у вас в образ, в голове? Потому что как правило, вот такое постсоветское влияние, вот это доминирование, повторяюсь, коммунистической идеологии, скорее какое-то влияние негативной идеологии, идеология. Но опять, да, вот страшное слово, да, и на самом деле вот Карл Маркс к этому, конечно, в этом виноват также. Он же в своей работе дал ему такое, как бы, задал такое вот одностороннее, как бы такое вот, оно было, уже стало односторонним или страшным, как вы написали, вот. Ну, например, на Западе, если спрашивают, что такое идеология, то, например, с французскими студентами я работал, это скорее вот, это что-то нейтральное, это просто какая-то политическая идеология. Левые, правые, центристы, там нету ничего, вот, образ поклонения, прославления, да. Спасибо, коллеги. Что-то, да, вот что-то навязывают, да, вот видите, мы с нашего контекста постсоветского белорусского, у нас это будет все-таки, как бы, моя вот такая, как бы, теза, как бы, подтверждается. Даже на поколении молодом это передается. Если феминизм меняется, мы видим, в положительном каком-то русле, то понятие идеология, политика все равно может оставаться негативным. Но во Франции, повторяю, идеология – это нейтральное понятие, это просто вообще даже традиционная наука об идеях, как это было раньше. Разные идеи, левые, правые, центристские, и то есть это влияет. Поэтому мы можем даже порой разговаривать с политологами, с французскими, и мы не и можем не все точные моменты понимать, потому что у них как бы с детства закладывается совершенно другое. И мы опять же с этим, а у нас другое. И мы с этим работаем, мы сравниваем разные подходы к любым понятиям. Но опять же я повторюсь, что все, в принципе, политические понятия и концепции, они нейтральные. Должны быть в науке. Но, естественно, коллеги, мы не наивные, мы все люди, у нас, мы живые, у нас есть преференции, правда, мы любим кого-то, что-то, мы голосуем за кого-то, выбираем книгу даже. Не просто так, но может просто красивая, как это, выкладка, красивая... Обложка. Обложка, спасибо. Красивая обложка, например. Вот, и мы выбираем. Но все равно в политике это не так, и поэтому мы учим вас также расшифровывать многие коды. Это очень интересно, коллеги. Например, я думаю, многие там коллеги с других дисциплин с этим не работают, а мы, политологи, работаем. Например, если поедете во Францию, то вам многие какие-то вещи будут помогать... Например, стоите вы там в киоске или там в поезде, и едет девушка или парень, читает газету, там, или мужчина, женщина, неважно, газету. Мы даже поэтому можем определить, мы можем ошибиться, но в целом нет, какое это политическое послание. Например, если газета «Le Monde», или газета «Libération», или «Le Figaro», это все газеты представляют разные политические силы. И во Франции это очень принципиально, в принципе, люди... читают, подписывают, покупают газеты политической идеологии, которая им близка. Поэтому я по газете вот вижу, если читаю человек «Либерасион», это левые социалисты, «Le Monde» купляют такие люди умеренные центристы, «Le Figaro» это уже люди правого, таких правых, правой политической идеологии. Вот. А если видите, кто-то читает газету «L'Humanité», это французский орган коммунистов, то это как бы крайне левый, еще левый, то есть левее социалистов. То есть даже по таким знакам мы можем расшифровывать,
кто какой при как бы вот силе дает предпочтение. Или смотрите, коллеги, как у нас тоже было политическое такое, я уже заканчиваю. Например, пришел студент, у него на майке Че Гевара. Пришла девушка, у нее на майке Симона де Бувар. И, конечно, можно ошибиться, майку просто можно купить в магазине, да, и теперь майки делают разные. Но очень часто, и когда ты спрашиваешь у студентов, они специально наносят на майку образ какого-то лидера, какого-то там идеологически какого-то человека, женщины, мужчины, как Симона де Бувар, правда, лидер теоретик феминизма, то человек одел майку Симона де Бувар, чтобы специально подчеркнуть свою позицию, феминистическую также, например. Ну, конечно, мы можем ошибаться, когда просто человек зашел в магазин и купил майку, любую, правда, с Че Гевара, с королевой Англии, это ничего не означает, но это может означать. И мы также должны это учитывать и как-то, мы с этим работаем. Мы умеем расшифровывать все эти знаки, какие-то идеологические, политические, и опять же, когда у нас как бы достаточно высокая культура политическая и политическая вот грамотность, мы это делаем легко, мы не ошибаемся, и мы не позволяем себе делать такие ошибки, как делают ошибки многие, вот, как я сказал выше, даже политологи, официальные, неофициальные, неважно, но они себе позволяют эти ошибки, или политические журналисты очень часто ошибаются, когда описывают какое-то явление, и оценочность привносят, и сразу говорят, тоталитаризм. Нет, у нас есть целые теории подходы, с которыми мы занимаемся в рамках курсов политологических, и мы учим специально отличать авторитаризм от тоталитаризма, от демократии и так далее, и так далее. И вы видите, мы, и не только курсы политической идеологии, я читаю, например, курс мой, один из любимых курсов, политические идеологии. Поверьте, у нас есть даже блок серьезный, политология, наука серьезная, но мы на семинарах очень много смеемся, очень много дискутируем в таком веселом формате, веселом, очень, очень весело. Но эта веселость не просто какая-то там глупая веселость, но она оправданная и приводит, только улучшает как бы, процесс получения знания политологического. Поэтому, коллеги, то есть вот такие принципы два я сказал, озвучил. Мы всегда также вот два принципа политических, основные принципы политической грамотности, информированность. Информированность я объяснил в каком русле. Это не просто прочитать какую-то новость, но прочитайте в разных источниках, на разных языках, под разными соусами ее часто подают. Ну и второе, критически стараться осмысливать, читать эту новость и не позволять себе вот оценочность, говорить плохо, хорошо. Эти категории уже, конечно, не научные. Вот. И вот эта игра в ассоциации, я заканчиваю, коллеги, и игра в этимологию, мы часто играем даже вот в этимологию. Очень важно показать, что политология – это наука междисциплинарная. Это не просто вот что-то такое строгое, как сказали, сухое, неинтересное, грязное. Нет, это мы используем методы разных других наук. Право, социолингвистики, гендерных исследований – это и есть настоящая критическая современная политология, которая базируется на многих других подходах. Мы используем методы разных других дисциплин – социологии, гендерных исследований, этнологии, экономики и так далее, и так далее. И благодаря этому политология очень веселая, интересная наука, которая позволяет, вот, ну, особенно если позволяет сам процесс образования, а в ЕГУ он как раз очень позволяет критически так играться с этим, выбирать разные темы. И мы также играемся, вот в последний момент я озвучу, кроме ассоциации в этимологии, это также помогает порой разбираться и пробираться, знаете, какое-нибудь понятие сложное, там, олигархия, там еще что-нибудь. Но мы работаем с языком, мы расшифровываем эти языковые какие-то вещи, и уже легче мы понимаем любое явление. Правда, это не просто что-то вот заучить, что такое олигархия, нет. А мы идем внутри, с языка, с истории понятия, и мы видим, как часто порой интересно и весело звучат вот эти понятия. Как я сказал, например, понятие идеология. Первоначально это понятие наука об идеях. А смотрите, что с ней стало в нашем постсоветском пространстве. Мы прочитали ассоциации, правда, вот ваши коллеги. Это что-то негативное, это не просто наука об идеях. Нет, это что-то, то, что мы думаем, навязывается, негативное, черное и так далее, и так далее. Коллеги, у меня все. Если есть вопросы в чате или вживую, если у нас есть время, Наталья нам поможет со временем.
Рад был вас увидеть или услышать, или вот хотя бы знать, что вы тут спрятаны за окнами. И буду рад ответить на ваши вопросы сегодня и вообще.